Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вторник, понедельник был днем Мартина Лютера Кинга. Как бы сказать, ну, может быть, не все отдыхали, но в основном страна отдыхала, как бы праздничный день. И вот едем на работу. С утречка у нас очередная новость такая обсуждаемая в области иммиграции. Не то что новость, но вот событие. Событие состоит в том, вот показывают кадры, как прощаются в аэропорту, там плачут, обнимаются, депортируют мужика, который прожил в США 30 лет. Четверо детей, граждане США, естественно. Уже и дети такие подросшие, в общем-то. Ну и он не попадает по возрасту под вот эту ДАКУ, то есть он чуть старше, немножко старше. Ну то есть с молодых ногтей, так сказать, здесь. Его депортируют. И вспоминают сейчас про то, что президент Обама, он не только вот несовершеннолетних вот этих вот прибывших в США хотел прикрыть, он пытался также прикрыть родителей граждан США. То есть, скажем, если люди живут в США и у них есть дети, граждане США, то есть родившиеся здесь, то он хотел их защитить от депортации. Ему не удалось, потому что вот так же, как сейчас, например, калифорнийский федеральный судья, из Сан-Франциско, точнее, федеральный судья наложил, как бы, так, ну, не запрет временно, так, приостановил решение президента Трампа о прекращении этой атаки. Вот так же техасский судья, он сказал, что это все незаконно. И потихонечку все это отправилось в Верховный суд. А Верховный суд в тот момент не имел 9 членов, как положено, а было там 8. И они проголосовали пополам, 50 на 50. Так интересно. Значит, и система так работает, что 50 на 50 недостаточно, чтобы отменить решение федерального судьи. Вот если бы было 5 на 4, да, в пользу Обамы, тогда бы решение судьи было перевешено. А так, поскольку они не смогли перевесить решение судьи, то вот его запрет так и остался. И вот то, что вот сейчас этого дяденьку отправляют, оно как раз вот говорит, вот если бы тогда, вот тогда бы, не, тогда бы сейчас не получил. Это мера, которую, ну, сделал Обама, хотя ему не дали ее довести до конца, должна была защитить от депортации хороших так 4-5 миллионов человек, то есть очень много. То есть половину всех нелегалов, которые есть в стране. Поэтому это, конечно, такая масштабная была акция. Фактически он бы легализовал там половину нелегальных иммигрантов, они бы получили право на работу, у них бы не было такой тропинки к получению грин-карты, но во всяком случае они могли бы жить, работать там и так далее. Вы скажете, ну хорошо, это понятно. А так что там с лотереей грин-карт уже наконец, и что там с этой ДАКой, и вообще что происходит? Надо сказать, что такого месива, как последние вот несколько недель, я, честно говоря, не припомню. Вы можете собрать там 20 разных источников, и вы получите 20 разных там спекуляций, слухов и так далее. Одни говорят, что совершенно безнадега договориться о легализации вот этих вот 800 тысяч молодых людей они не смогут. Другие говорят, что надежда все-таки есть. Третьи говорят, что вот там, значит, Трамп во всем обменяет демократов, во-первых, и конкретно там сенатора, который рассказал, что он там назвал этих вот shithole countries и так далее. Ну, то есть, в общем, короче, для него существенно, кто виноват, поскольку, так сказать, его аудитория в любом виде примет, главное, что они правы и победили. Вот он сейчас очередной раз всех побеждает. Ну, вам знакома эта история. Так вот, ничего не понятно. Говорят, в частности, что, ну, раз такое дело, и поскольку никто не хочет, чтобы правительство осталось без денег, без бюджета, а уже 19 число, пятница, да, вот сегодня вторник. Если в пятницу бюджет не примут, то, значит, нету денег. Ну, могут вот еще продлить. Но они уже продлевают с сентября. Уже было несколько продлений с сентября. И
демократы вообще как-то начинают сдвигаться в такую сторону, что не нужно эту даку ни на что обменивать. Ну вот есть большинство, такое хорошее, солидное большинство в обеих палатах Конгресса США, и в Сенате, и в Палате представителей есть солидное большинство за счет голосов как демократов, так и республиканцев умеренных, чтобы эту даку начали легализовать там этот народ и все, и забыть. Все, кончилось. А дальше, и это правда так, то есть действительно вот как бы есть воля нации. Но дальше, кроме воли нации, есть воля политиканов. Политиканы говорят, давайте мы к этому довесим что-то. И, собственно, когда федеральный судья Сан-Франциский, когда он наложил ограничения как бы, вот на эту даку трамповскую, он, в частности, там написал, что как бы, это было сделано не для того, чтобы там вопросы безопасности или иммиграции, или там закона, и так далее. Это было сделано, то есть, как бы, есть все основания судить, что это сделано было для, именно для того, чтобы получить какие-то поинты для торговли, там, продвижения своей миграционной программы. То есть, ну, как бы так вот, в таких целях было сделано. Поэтому он об этом прямо сказал. Мы видим, что так и есть. Это как бы совершенно очевидно сейчас. Они хотят поторговаться. Мало того, они, вот этот паровоз, который они к даке цепляют, растет, растет и растет. То есть, если поначалу там было профинансировать забор, ну, не забор, они это называют стеной, забором это называют демократы. Вот, значит, профинансировать эту стену, что там еще, отменить лотерею, да, значит, стена раз, лотерея два, и прекратить родственную иммиграцию три. Вот эти три как бы хохмочки. Сейчас там паровозик растет. Причем не говорят, что туда добавили, но говорят, что добавили. Хотят добавить. Вот те, кто там как бы, значит, с республиканской стороны, такие на экстремальном таком фланге, вот они хотят еще добавить, и еще добавить, и еще добавить. Им всем нужно где-то отчитываться, как они всех победили. Понимаете, так они эту даку примут и примут. А так у них еще появится, что они всех победили, кроме этого. Ну вот. Короче, вы видите, как вся эта политиканская помойка работает. И довольно мерзко наблюдать. Вот. Но посмотрим. Я честно, я не знаю, никто не знает. Сколько народу, значит, рассуждают на эту тему, никто ничего не знает. Какие-то вот этот с тем поговорил, этот с этим поговорил, у всех какие-то принципиальные позиции, кто-то стремится к компромиссу, кто-то говорит, что уже ничего не получится. Трамп написал в Твиттере, что эта дака уже накрылась, и в общем демократы не хотят, хотят ослабить оборону страны. Вот. Там на самом деле среди паровоза, который идет с бюджетом, а даку, как бы демократы хотят даку присоединить к бюджету, чтобы уже принять вместе с бюджетом и все. Там, в частности, есть еще много разных вопросов, в частности, там средства на оборону там тоже есть, поэтому вот, типа, они теперь, оказывается, на оборону не хотят и так далее. Вот, что я вам скажу. Что заслужили, то имеем. Вот как бы, да, это не то, что они с Луны какие-то прилетели. Нет, 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 вот, что есть, то есть. Ну, что еще сказать? Я посматриваю. Я вам буду рассказывать, если что-то будет проясняться. И, значит, есть шанс, что на этой неделе они как-нибудь договорятся. То есть, когда все покажут, там, в грудь постучат и там попетушатся, и хвостом там перья, знаете, как у павлина или у петуха. И вот они и так, раз, и потом, глядишь, там до чего-нибудь договорятся. Это возможно. Если это произойдет, то, скорее всего, в этот момент будет решена судьба лотереи Green Card. То есть, вот, как бы, она будет присобачена таким прицепчиком, да, вагончиком вот к этому паровозу. И, как бы, шло все время к этому. То есть, даже трудно было бы представить себе, что оно было, что оно произойдет не так, но сейчас уже все можно представить, потому что неопределенность такая, вы знаете, вот эта вот мутная вода, в которой там любая там, ну, рыба как-то ловится, и потом все, а как так получилось? А как? Говорит, ну вот так уже получилось, уже хрен с ним, забыли. Да, вот примерно такая сейчас ситуация, мы не знаем.
Но, еще раз, есть шанс, и как бы достаточно высокий шанс, что судьба лотереи решится в ближайшие 3-4 дня, вот до пятницы включительно. Ну, на самом деле, они могут еще по выходные там тоже попереговариваться и попринимать там всякие законы. То есть для Конгресса США это совершенно обычное дело там продолжать работу на выходных. То есть это неудивительно. То есть если они не смогут до пятницы, есть шанс, что они все-таки и в выходные что-то попробуют сделать. Ну вот вы видите вот этот таймфрейм, то есть вот этот период времени, в котором мы все это рассматриваем. Если мы за это вывалимся, да, по времени, и решения не будет, тогда уже мы будем смотреть, что там дальше прорисовывается. Пока что вот первый наш ориентир, ближайший наш ориентир во времени, это пятница этой недели с возможным продолжением во вторник и воскресенье, но не дальше. А потом поглядим. Счастливо!